Так, ладно, давайте, я что-то пропустил начало. Сейчас уже посмотрим вот этот второй раунд, что он тут нам покажет. Опять не слышно шагов, и я уже как бы по доброй традиции говорю, что он, у него есть чит, поэтому не слышно, как он ходит. И 99% даю на то, что он сейчас будет жестко вырубать всех. Первый минус. Ваншот. Видели? Ваншотер просто. Знает, что сидит. С ножа. Ну, почему бы нет? Когда есть ВХ, можно и с ножа пацанов вот так вот резать. Пиши в этом, ВКонтакте. Так, флешка, мэн. Флешка, мэн. Минус. Ох. Он что за ящиком как-то? Вот это была заруба жесткая. Ну конечно, Роман. Сразу же переключился парень на бота и дальше стал забирать. Аж вот режет слух, что он, ну, играет, бежит, вернее, и не топает. Вот прям. Почему бы подсадочку не убить? Так, мейн. Мейн. Минус. Вообще изи просто. Так, один пошел на сквик, и сейчас его, естественно, надо подождать, открыть дверь. И счет, главное, вот был же в пользу террористов, естественно, поэтому надо подрубать сразу же и вытаскивать игру, а то, не дай бог, звание снимут, а я-то там Global Elite читерский, как бы, как это так? Проверил на своих, работает чит или нет. Чисто в голову залетело. Смотрит, что его контролит. И здесь надо перепрыгнуть, ну, чтобы контролящий парень тут ничего не сделал. Еще и в голову. Красава. Просто красавчик. Вообще вот ни единого шага, вообще никаких, только смена оружия, вот это вот. Все, ребята, надо пофиксить. Чит. Минус. Двое за ящиком тут. Господи, ну уже бы как бы играл бы до конца, уже спалился 150 раз. Зачем вот эти прыжки на ящик сверху, чтобы типа посмотреть и увидеть, что они за ящиком сидели? Потому что как бы я-то посмотрел, я не просто там вылез и поубивал их, а я посмотрел. Вот актеры вообще. Прям Оскара надо ему дать. Эту флешку, зачем он ее кидает? Ну, посмотрел, что там никого нет. Все равно ж видит через стенку. И нафига, вот это. Ой, 1-5. Отлично. Аж бедный чит передернул его. Минус 2. Минус 3. Можно A сделать.
А, если не будет, минус один, ну минус четыре, да. Изи вообще. И, соответственно, команда контртеррористов у нас одерживает победу, потому что сейчас 16 раунд, он возьмет. И все. Просто как после такой игры не плюнуть на все и не пойти играть в Warface? И бот. Красавчик. Актер молодец. Вердикт вот такой. Все. В топку.